Грим снимаю. Можем потом все это правильно оборачивать. Да. Какой-то интересный угол, в котором это все хранит. Вот. И не вот, одно время. Через верхнего на вариант. Ага. На 10. Да. Тебе надо выжимать, да? Ну, помнишь, я хреново тормозит, и я же начал подстраивать. Ну-ну. Ну, снял, почистил, там, полировал, позачищал и так далее. Ага. Вот. Потом прикрутил, думаю, ну, все нормально, раз еще влево-вправо, чтобы они ровно пробуют. А потом уже приезжают к тебе, ты говоришь, ну, только половина из задней прилегает, а передней нет. Да? Ну-ну. Приехал, опять крутил здесь. Вроде бы уже одинаково, равномерно притягивает. На следующий раз подумал, посмотрел, потом смотрю, а на верхней части прилегает, а нижней нет. Твою. Во всех трех осях надо одновременно. Да, да. Ну, все оставшиеся деревья пытался. Не понятно, найти, да? Да. А еще, чтоб ни выше, ни ниже не цепляло колесо, оба покрышку. И не ниже полосы торможения. Это, о, стало. Едет сервис лучше, чем новый. Сервис сразу преобразил. Самый быстрый индиан. Ты смотрел его или нет? Ниже, а, выше, выше. Понятно. У меня знакомый решил собирать электромотоциклы. Ну-ну. Он планирует к 2020-му начать. Начать? Ну да. К этому времени уже закончится. Отходи? Нет, нет. Потому что на это нужен бюджет. Понаблюдай в камеру, все четко попадает, ну там. Да, идеально. Идеально? Угу. Комментирую целым типом видео. Можно чуть ближе, чтобы виднее было. Это стрим называется. Называется вот. Стрим. Стрим.
чего-то вот. Ну. Стрим, если бы ты сейчас. В онлайн выкладывал. Да. А это будет вот. Не надо. Вот это. Я это все, как говорится, ускорю, всю запись. Понятно. Никто не любит попшта, смотри. Ну да. Да, сколько времени еще стало? Сначала. 14 минут. Головы должны хватить. По идее. Ну, что ли? 25 минут самое, да. Ну да. Я вот заходил, смотрел, как идиоты перебирают люди. 5 минут, о, хорошо, можно посмотреть. А, оно все пролетело, да? Ну да, так быстро я понял, там хорошо. Ну, на самый важный момент. Я понял, что эта вилка, которая на этой вилке, вообще с завода не должна работать. Ну да. Посмотрел на панели, которые говно еще то, я скажу. Перегрейте, красавчик, а? Тем же другой вид. Хотя я смотрел, разбирали вот эти вилки, только надо длинный шурик переходить шестигранником туда внутрь вставлять, чтобы снять. Ага. Один чувак взял прут со мной, я обточил болгаркой на шестигранник. Да. Как они делают? Не, ну показали еще инструмент, который с удлинителем шестигранником. Вчера переставил камеру, велосипед старый, сначала когда пробил, купил новый и поставил. Ага. Потом думаю, чем возить с собой поклеенные камеры, но на новых лучше делать наоборот. Лучше на поклеенной ездить, но с собой иметь целую новую. Сколько новых? Поставил вчера старые, ну, заклеенные. На утро одна спустила, на которой я делал кнопки больше всех, что она. То есть проверяешь, что ли? Да, проверял, так оказалось, что... Там, где я лапку поклеил, оказалось, там не одна дырка, а рядышком две было. Ну, помогай теперь. Я под воду вставлял, смотрю, идет с этого места. Ну, нашел, заклеил. А там еще раз идет, да? Чуть выше нее. Да. Не ожидал такого подвоха. Ну, а жить не очень. Не, ну, это один раз, ну, когда первый раз вообще пробил. В один день пробиваю, приезжаю, ёлы-палы, заклеиваю, ставлю, вроде нормально. Следующий день еду, вторую пробиваю. Приезжаю, покупаю новую, ставлю назад что-то. А, да, место поклеено. И, короче, ночью взрывается пол, как на старой. Чё? Чё она взрывается? А? Сквозь латку выдала пузырь и лопнула. Латка выдалась и лопнула на месте прокола. По бокам не отклеилась ничего. Короче, по
остался без двух камер со временем. И все, да? Я, ну, потом купил вот две новые, и все уже. Поставил и ездил. Работает. От переключателя до насоса. Вчера насос что-то покачал, он вообще не качал. Разобрал, почистил, смазал, как новый. Погнал. Правда, пришлось кривые китайские прокладки сюда, потому что там формы через формы попроливалось, видимо. Я шмётки по бокам были. Обрезал, все кратенько ставил. Пробовал вел подкрашивать черную автоэмалью. Да. Это, ну, она так и видно, я думаю, может как-то его полировать сверху можно, а то такую мазюку ловить виднее потом. Этот у меня уже весь крашеный. Ну, когда собираешься? Нет, такое, рисо. Кисточкой маленькой, как у вас для ногтей. Подкрашивать? Да, да, подкрашивать эти царапинки. Чем украсить? Не так хорошо. Сколько там еще минут для записи осталось? 50. Ты прикинь, привезешь, на камеру снял эти... Только что гайки длинные, не могу найти, куда пристроил. Это постоянно гаражи. Вечная беда в гаражах. Вот никто не знает что, я уже туда не знаю куда. Там я хрен не могу уже зарыть. Не-не. Ты не новый. Длинные такие. Даже. Там переходничок на 6 игр, на 8, на 7, на 8 ворочек. Или какой-то. Все дела, короче, да? Да. Ты погорячился. И... Не, ну погорячился я особенно. С кем? С криками. Да? Да. Сколько я сказал тогда? А там на рынке по полторы. Охренеть. С дебилями. А я по 7 еще.
Да? Да. Не думал, что это. Сколько там он стоит? Да. Пять раз дороже, на самом деле. Шесть. Я его покупал, на подсознание чувствовал, что что-то я делал. Что-то не так, да? Ну, похоже, да. Пускай будет. Все верю, но зато за потом запомни. Так вот, этот мне знакомый. Сюда рисунок. Он где-то под Луганском живет вообще. Здесь работает в КБ. Вот, решил сейчас СТО сделать. Для начала. Заработать и начать делать мотоцикл. Говорит, те, что сейчас ему не нравится. Делает. Хочет на водородных аккумуляторах. Каким-то без срока. С проблемой, где купить сейчас. Уже давно используют в космических программах. Водородные. Три минуты. Сколько еще осталось? Три минуты. Не должно успеть. Там в телефоне микроэсдэшка. Микроэсдэ? Старая же. Ну, мою ставим до записи. Это шести. Это хотик сразу форматирует. Что? А то... Зачем? А, нет, тогда иди. Идите летом, да? Идите, нет, товарищи, я не готов, что такое жертва. Я должен быть готов к этому в любой момент. Что можно? Проговорил один сотрудник. Гугла, данные бывают или забэкаплены, или утеряны. Два вида данных существует. Либо они есть, либо их уже нет. Тут там? Полтора. До взрыва 20 секунд. Просим покинуть помещение. До взрыва осталось 10 секунд.